Республиканский оператор сотовой связи «Феникс» до конца текущего года планирует подключить для своих абонентов услугу входящих и исходящих звонков на номера украинских операторов. Об этом заявил министр связи Донецкой Народной Республики Виктор Яценко. Отметим, что жители прифронтовых районов ДНР неоднократно сообщали об ухудшении работы мобильной связи украинских операторов. По сообщению местных жителей, в некоторых районах республики, таких как Новоазовский, Ясиноватский и Тельмановский, мобильная связь МТС «Украина» и «Лайф» полностью отсутствует. Кроме того, пресс-служба Минсвязи сообщила, что для абонентов «Феникса» уже стали доступны приложения для смартфонов Viber и мессенджер WhatsApp. Напомним, что 24 июня первый в Донецкой Народной Республике оператор мобильной связи запустил функцию привязки к номеру абонента страниц крупнейшей в СНГ социальной сети ВКонтакте. Ранее «Феникс» объявил о доступной регистрации посредством мобильного номера на сервисах WebMoney, Telegram, Одноклассники, ICQ, Агент и других.